выключи свою вот эту мудянку тогда. Да, оставь. Мудянку? Не ругайся. Мудянку у тебя в штанах. Вот. Хотя снимите, я сомневаюсь. Пожалуйста. Снимите рюкзак, пожалуйста. Зачем? А почему? Вы будете нюхать меня, вы будете проводить досмотр. Потому что это нарушение законодательства, нарушение порядка досмотра. Вы нам не указываете, что надо делать. Почему это? Отожмитесь. Ну, в принципе, я вам могу показать, что я там проношу. Вы хотите убедиться в безопасности, правильно? Да. А я, как гражданин, хочу убедиться в своей безопасности. Вы, как служба безопасности, должны быть физически подготовлены? Что вы мне предлагаете? Отжаться там 20 раз. Я покажу вам рюкзак. Открою, прям покажу. Из какого канала? Может, бодимания? Там колокольчик надо нажать, подписаться обязательно. Вот, правильно. Пройди, пожалуйста, смотрю. Где? Большая камера снимает нарушение закона с этим. А вот досмотровая зона не соответствует пункту 25 приказа 227 Министерства транспорта. А она относится к метрополитену? Кто? Вот, приказ перечислили. Ну, вам виднее. Вы узнаете? Ну, нет, вы доказываете свою правоту. Я вообще ничего не доказываю. Как-то вы говорите, не соответствует. Ладно. Если вы не соответствуете, значит, нормы метрополитена. Я говорю, она что от метрополитена? Пойдем, у вас транспортная безопасность — это одно и то же. Не, я в эту штуку спихать рюкзак не буду, вы можете меня эти понюхать, да. Открывайте, покажу. Не, нюхайте рюкзак. Это еще нюхайте. Могу, зачем? Это уже будет досмотр. Нюхайте. Всегда нюхаю. А что вы не хотите туда положить? А вот зачем? Потому что она нарушает. Сейчас я понюхаю, а там ничего не. А там оружие. И что? Что, а с оружием нельзя без разрешения? Ну так вы нюхайте, так потом уже определите, оружие там или нет. А что вас смущает положить? Нарушение законодательства. А зачем меня снимать? Я никакого правонарушения сейчас не совершаю. Господи. Согласно Конституции Российской Федерации, видеосъемка осуществляется, когда гражданин нарушает какое-то правонарушение, совершает. Уберите камеру, пожалуйста. Вы такую ерунду сейчас сказали. Давайте нюхайте меня, я пойду. Вы Российскую Федерацию открывали? Нет, никогда. Никогда? Никогда не разрушили. Почему? Не хотел, не знаю. А зачем вы тогда видеосъемку? Я вам объясняю, видеосъемка осуществляется, ведется гражданином Российской Федерации в тех случаях, когда гражданин совершает правонарушение. Я правонарушение совершаю. А у вас, допустим, вы там на отдых ездите, вы фотографируетесь. Вот каждый раз, когда правонарушение совершаете, а если мне вот не нравится, что вы меня снимаете? Вы можете мне об этом сказать. Я вам говорю, уберите, пожалуйста. Это просьба? Я вежливо отказываю. Вы будете свои обязанности исполнять? Нет, вы хотите провести, чтобы с полицией, с полицейским был досмотр? Нет. Минут на 40, а может быть на час, а? Нет. Выключи свою вот эту мудянку тогда. Да, оставь. Мудянку? Не ругайся. Мудянку у тебя в штанах. Вот. Хотя я снимите, сомневаюсь. Пожалуйста. Снимите рюкзак, пожалуйста. Зачем? А почему вы будете нюхать меня, вы будете проводить досмотр? Потому что это нарушение законодательства, нарушение порядка досмотра. Я говорю, в метрополитене, они относятся к метрополитену? Приказ 227 Министерства транспорта. К метрополитену. Он регулирует порядок досмотра по закону о транспортной безопасности. Вы по нему вот сейчас должны осуществлять досмотр. Грамотному гражданину, он относится к метрополитену? Нет. В аэропорту вы проходите перед тем, как вы приезжаете на автомобиле. Еще раз, вы поняли, в чем суть? А какая разница, аэропорт и метро? Вы поняли, в чем суть? Суть в том, что вот этот экранчик должен быть скрыт от лиц, не относящихся к силам транспортной безопасности. Ну. Вы заходите первоначально на проверку в аэропорт. Ну. Там стоят такие специальные техники. Там тоже ничего не ограждено. Там все ограждено. Там не ограждено. Ну, кучу раз летал, все было ограждено. В отличие от вашего вот этого вот. Вы ставите на ленту Домодедово. Ну. При входе стоит техника, просто стоит. Кто-нибудь экран видит? А? Экран кто-нибудь видит? Это можно увидеть. Сбоку обойтись. В общем, мне не особо интересно, что там в Домодедово. Давайте, нюхайте. Дайте, пожалуйста. В этом я отказываюсь проходить досмотр. Тогда полицейский будет. Интересно, полицейский будет грамотнее вас. Опасно, что у вас там оружие. Я думаю, что это нет. Оружие не оружие, но досмотровую зону снимать нельзя. Еще один. На нем экрана-то нету, как я. Смысл? У вас в любом случае экрана нет. Ну запикай сейчас выход. Запикает. Все запикало. На основании срабатывания на металл. Положите.
обеспечьте выполнение должного порядка досмотра в соответствии с законом. Чтобы вы ушли, мы что должны сделать? Че? Чтобы вы ушли, мы понюхать и все, на этом все, как обычно, нет, заканчивается. Вы нам не указываете, что нам делать. Почему это? Нет, там, отожмитесь. На вас сработало... С чего взяли? Вот, смотрите. Вы будете проходить в метро вообще? Туда вниз? Буду. Но вы будете меня нюхать, там что-то делать или что? А что у вас бегут? Водите сюда и все. Обеспечьте за зону досмотра в соответствии с законодательством. Слышите меня, нет? Все по закону должно быть. У вас не обеспечено. Она нарушает пункта 25 приказа номер 227 Министерства транспорта Российской Федерации о порядке досмотра граждан в зонах транспортной безопасности. Почитайте, идите, относится нормативно-правовой акт, по которому вы работаете или нет? Да, относится, все? Да, нет. В соответствии с законодательством, в смысле как? Пишите рапорта, рапорта писали по этому поводу? Да с какого хрена я должен писать? Я напишу. Но вы с этим работаете, вы почему нарушаете закон-то? Вы мне предлагаете засунуть в этот аппарат. Никто, мое руководство мне не сказало, чтобы я здесь сутки не проверял, что это нарушение 225-го приказа. Мне никто об этом не сказал. 227-го. Ну, значит, вот я вам сообщаю. Вы можете забить в интернет, проверить. У вас есть все средства, руки, ноги. Почему вы отказываетесь поставить? Законно. Еще раз. Смотрите. Вот у меня сейчас полный рюкзак резиновых писек, предположим. Или у вас, вот предположим, у вас полный рюкзак резиновых писек, вы хотите войти в метро. Вас просят засунуть, ну вы, конечно, там, я за безопасность, за все дела, поэтому я не против вот этой фигни. Да, слушайте меня. Уши, лапы и хвост у меня есть. Так вот, и вы засовываете этот рюкзак сюда, и вот вся станция вот тут видит то, что у вас там резиновые писки, там всякая фигня. И вы сами начинаете ржать, и вот эти вот чуваки в синих жилетках тоже начинают угорать. Ха-ха-ха. Чуваки, а может и люди? Ну люди, чуваки, как разница. Большая. Я даже не знаю, как вас зовут. А Павлик. Чувак. Павлик. Павлик. Я вас что чуваком назвал? Что, обзывались вы какой-то? Чуваки в синих жилетках. Чуваки в синих жилетках, да. Да не наши, да я не это самое. Так. Если вы так знаете, хорошо, прочитайте, пожалуйста, пункт 9. Лицо, отказавшись от досмотра в зону транспортной безопасности, не допускается. Отказ пассажира от досмотра, дополнительного повторного досмотра в целях обеспечения безопасности является основанием для расторжения договора. Так смотрите. Дело в том, что нарушаете-то закон вы, а не я. То есть вы сейчас, если вы там самовольно решите то, что снимай штаны, а то мы тебя не пустим, это будет по закону? Она же будет вот по этому пункту, правильно? Я ж откажусь, естественно, снимать штаны, вы скажете, а, не пройдешь. Ну а что не так? Снимать штаны вас никто это не мой, это в смысле? Так решил, это не мы. Это значит, государство совершает, это сам нарушает закон, да? Вы тут стоите, вы люди тут стоите. Закон номер 16 не мы придумали. Секундочку, тем более, да, это федеральный закон номер 16 подписан президентом. Кто вырабатывает, регулирует порядок досмотра? Не мы. Министерство транспорта. Там в этом же федеральном законе написано, что функция по выработке, регулированию, порядка проведения досмотра, да, вы его исполняете. Но сейчас этот аппарат работает с нарушением. Если у вас есть какой-то другой аппарат, который работает без нарушений, как вот этот, например, я не против его, можете меня досмотреть. На всех станциях все на этом заканчивалось. Почему вы такие не очень умные, я не понимаю, если честно. Все, давайте снимать рюкзак, кладите, мы вас сейчас так проедем. Чего? Интересно, куда он его передвинет? Куда? В зеркало. Да, чтобы все остальные видели. А если у вас там что-нибудь запрещено, выворачивать карманы? Я думаю, что у вас что-нибудь запрещено. Я сейчас на службе нахожусь. Я тоже на службе нахожусь. А я тоже на службе нахожусь. На какой? А, секрет. Не, вдруг у вас там что-нибудь запрещенное? Может быть такое? У меня нет.
меня не может быть. Ну вот и я говорю, у меня не может быть такое. Вы же мне не верите? Карманы выверните. Там вот эту фигню надо поднять, если вы хотите. Да нет, это не вот дело, это все равно. Попробуй. Знаете, где я видел зону транспортной безопасности по правилам? На станции студенческой. На Тушинской не знаю, не было. На студенческой, там прям отдельное помещение. Заходишь туда, там все про это самое. И там вопросов нет вообще. Так уж и быть. Так, так, так. Ну не открывай. Нюхайте. Я сразу предлагал так сделать. В Ютубе не размещайте, если что-то там вы везете, и у вас что-то там не появилось. Почему? Ну вот, вот где. Вы ведете Ютуб уже, да? Вы ролики ведете. Узнали? Да? 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 Как меня зовут? Какая разница, как вас? А, значит, не подписались на канал. Ну вот так, открывайте, показывайте, пожалуйста. Все? Да, да, все. Счастливого пути. Сейчас тебя за YouTube занесут. На YouTube занесут. Как заразу, говорите, занесут прям. А что за такая политика? Ходить по станциям и что-то там возить, и потом... Слушайте, я еду по своим делам. Чего вы ко мне докопались, я понятия не имею. Но по закону, я обязан... Два человека ходят в метро, а потом информация на Ютубе появляется. Какой ужас? О том, что они что-то проносят. Какой ужас? Да. Ну, в принципе, я вам могу показать, что я там проношу. Вы хотите убедиться в безопасности, правильно? Да. А я, как гражданин, хочу убедиться в своей безопасности. Вы, как служба безопасности, должны быть физически подготовлены? Что вы мне предлагаете? Отжаться там 20 раз. Я покажу вам рюкзак. Открою прям, покажу. Из какого канала? Может, бодимания? Не, я ж не с бодимани, я ж не качок, видите? Ну и там не обязательно качки ходят. Там еще дрищи ходят. Это еще один. Вы с какого канала? Вы потом все узнаете. Нет, вы не сейчас скажите. Алрус Ньюс. И что вы, для чего вы сейчас это видео снимаете? Хочу. Хочу, чтобы показать людям, что... Что вы хотите? Как это самое? Вот это, да? Угу. Там колокольчик надо нажать, подписаться обязательно. Вот, правильно. Нет, это понятно. Там колокольчик еще будет. Колокольчик. Колокольчик где-то будет, да. Че нет колокольчика? Нет, YouTube, ты че? Вот, подпись, вот, во. Все. Все, уведомление, вот. Молодец. Что как тебя там зовут? Тём, во, как молодец. Тёма, смотри, пока... Тёма посмотрит. Да, там недавно как раз ваши коллеги также, но они, правда, понюхали просто и все. Вот. Они это самое. Ну, главное, что это нас достаточно. Просто времени лишили. Главное, вот это не, вас не лишат. Если вы вот сейчас, там, когда закончите смену, начальству своему напишите рапорт, чтобы обеспечили вашу работу в соответствии с законодательством. Это ж, я понимаю, что это не вы устанавливаете. Это официально, вы не имеете права уходить в метро и снимать. Это запрещено. Владимир Анатольевич, сейчас отдыхайте. Отдыхайте. Правило метрополитена указывает, что видеосъемка разрешается только с руководством метрополитена. Вы сначала должны были прийти на проспект Мира, чтобы вам дали добро на видеосъемку, чтобы вы их потом где-то размещали на страницах интернета. Какая видеосъемка? Какая видеосъемка? Какая? Нет, там не всякая видеосъемка. Без разницы какая. Там профессиональная там видеосъемка со штативом, либо подключением. Главное, к электрофикционным сетям метрополитена. Не появлялся ни на каких источниках. Почему? Вы что, тут терроризмом занимаетесь? Нет. Вы занимаетесь? Нет. Чем-то противоправным тут? Нет. Занимаетесь? Нет. Да а чего вам бояться? Я же вам вы существуете на наши деньги. И значит, снимать вас нельзя, или что? Неправомерно. Почему? В связи с тем, что вы нарушаете Конституцию Российской Федерации. В какой ее части сошлитесь на статью? Сошлитесь. Вы прочитайте, я точно не помню, какая там статья. Вспомните, там приходите. Что в Конституции Российской Федерации написано о том, что гражданин Российской Федерации имеет право вести видеосъемку, когда гражданин другой совершает правонарушение. Вы Лев против обсмотрели, что ли? Ты сейчас тут на камеру наговоришь всего, мы пойдем работать. Мои любимчики. Все, Артем, давай. Давайте, мужики, удачи. Давай. Следи за законодательством, главное. Закон это превыше всего. Вот. Вам тоже счастливо, удачи. Напишите обязательно заявление руководству, чтобы обеспечили вам должное исполнение обязанностей. А?
вот когда вот сверху к нам поступит вниз, не наоборот должно быть. Нет. Не снизу вверх. Так вы просто не нарушайте закон и все. А мы не нарушаем. Вы скажите, мы не будем работать с нарушением закона. Вы будьте гражданами, а не просто стадом, которому там за 20 тысяч рублей сказали, иди там шмонай все. Это ж не так, вы должны понимать, для чего вы тут стоите. Правильно? Так вы придите и скажите, а почему у вас на всех станциях не оборудовано? Это, и вот слушайте, это, но если вам тут скажут говно черпать лопатой, вы будете это делать? Это распоряжение не указано. Вам распоряжение поступит говно лопатой черпать, будете это делать? Или тут лопатой бить всех, будете это делать? Нет. Ну своей головой это надо думать, вот это то же самое. Пока у нас люди сами, вот вы, вас много, вас очень много, на вас тратятся огромные деньги. Вы будете думать головой и не позволяете исполнять преступные приказы. Если я себя увижу в Ютубе, то я вас найду и буду с вами судиться. И убьете? Судиться. А, судиться? Ну, судиться, пожалуйста. Только у вас, боюсь, зарплата маленькая будет еще меньше. Проиграйте. Ну хорошо. Ладно, до свидания. Да-да. Вот какой. Он такие законы наговорил сейчас, вообще. Молодец, да, вообще. Ну вот, ребятушки, это у нас была такая станция. Дмитровская. Так, у нас была станция Дмитровская. Такая вот служба безопасности метрополитена. На самом деле, они мне не часто попадаются, но они такие смешные в последнее время. Ебаные. Да, это просто вообще радость моя, радость прям. Прям столько слов, прям каждое слово буквально как мемы вылетают из уст. Вот. А вы подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, поставьте этому видео лайк, распространите это видео на Ютубе и знайте то, что досмотр, когда все видят, что у вас в сумке, это незаконно вообще. Ну или можете попросить их отжаться взамен, да? Не соглашаться, не показывать. Вот. Ну вот видите, отжаться он не захотел, что-то сменил систему. Вот с нами был Виктор, канал Правостояние, подписывайтесь на него тоже. А также подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм-канал, ссылка в описании. Там все самое новое, самое интересное и раньше, чем на Ютубе. Так что все, берите свои права, всем пока. Чтобы я купил целый рюкзак резиновых писек и напихал их в рюкзак и давал им досматривать. Но у меня резиновых писек нет, поэтому мне нужно их купить. Поэтому если вы хотите данный ролик, подобный ролик, то ссылки на донат в описании. Можете скинуться мне на резиновые письма. Ну, для троллинга охранников, впрочем, а не для того, что вы подумали.